В эфире специальный выпуск программы «Панорама». Мы продолжаем следить за спасательной операцией на руднике «Мир». Главная новость к этому часу. Большую часть шахтеров рудника «Мир» эвакуировали на поверхность. Сейчас вы видите, как поднимали последних шахтеров. К настоящему моменту на поверхности находится 133 человека. Их жизни ничего не угрожает. Как заявил президент компании Сергей Иванов, в смене на руднике «Мир» находились 151 человек, которые получили наряд. Несколько человек остались на подготовительных работах и в шахту не спускались. Таким образом, на момент аварии в шахте находились 142 человека. Ведутся поиски 9. Спасательная операция продолжается. Нижние горизонты шахты затоплены. В Мирный уже прибыл глава республики Егор Борисов. Телефон горячей линии МЧС, куда могут обращаться родственники, 8-41-12-39-99-99. Напомню, что трагедия произошла в 16:30. В шахту рудника «Мир» хлынула вода из карьера, расположенного над подземной выработкой. Все экстренные службы немедленно прибыли на место аварии. Сейчас на объекте работают сотрудники военизированного горно-спасательного отряда. Руководитель МЧС России по приказу президента страны Владимира Путина также отправился в Мирный для координации спасательной операции. Также в Мирный направляется глава компании «Алроса» Сергей Иванов.